Привет, ребята, меня зовут Альберт, и сегодня мы продолжаем играть на проекте NextRP на сервере Восточном, и сегодня вышло новое обновление, и сегодня вместе с тобой его посмотрим. Да, стоп, не стоит паниковать, потому что, ну, сегодня донат, конечно же, будет, но еще кое-что интересное я тебе покажу, только обязательно перед началом ролика поставь лайк, я тебе буду очень сильно благодарен, обязательно возьми, поставь этот чертов лайк, и я тебе буду сильно благодарен. Ну что, поехали, только не забудь обязательно подписаться на канал, если тебе нравится NextRP. Ну или же также другие интересные игрушки, или может быть я тебе нравлюсь каким-то чудом, и хотя этого не должно было произойти, с тобой что-то не так, сходи ко врачу. Так вот, смотри, сегодня мы с тобой займемся чем? Мы с тобой кое-что интереснейшее сделаем. Кстати, да, не обращай внимания, то что я немножко подплакался, немножко поплакал, мне можно, мне можно немножко поплакать. Так вот, сегодня мы с тобой играем, да, играем. Эй, дурак, вообще просто. Ладно, все, успокойся, Альберт, успокойся. Покажи людям что-то интересное, покажи людям что-то офигительное. Поехали, смотри, сейчас мы с тобой займемся чем? Я сначала соберу все награды. Моя, знаешь, где-то в подсознании у меня сидит, знаешь, такой маленький еврей, который такой, дай мне подарки, дай мне что-то бесплатное. Поэтому я сейчас это все проверю и получим с тобой что-то бесплатненькое. Так вот, давай посмотрим. Опять, да, кейс цель, ну ладно, давай, вот. Знаешь, вот даже... А, ну спасибо, хорошо. Даже если мы получим винил, ничего страшного, это же бесплатно. Это же бесплатно. Такой, муха. Чего? Это так должно было быть? Это, подожди, это не какая-то подкрутка или еще что-то? Как мы было... Подожди, нет. Вот подожди. Выдох. Выдохни. Смотри, то есть NextRP считает, что патроны, 75 патронов, NextRP считает, что 75 патронов, это на одном уровне, что полмиллиона. Я получил полмиллиона, да, а мог патроны. Хорошо, первый раз вижу, что там такой огромный приз падает. Ну ладненько, смотри, также тут Мерседес, в общем, новый появился за донат. Это все понятно, это все замечательно. Здесь у нас вроде как ничего нового. Да, сейчас я кое-что еще что заметил. Там просто, ты сейчас увидишь, просто там что интересное, смотри. Нет, не то, что я NextRP вообще не прохожу. Но сейчас, подожди, сейчас я тебе покажу. Смотри. Сейчас я тебе покажу. Вот, доставка подарков. То есть теперь мы можем получать подарки. Это очень круто. Это очень круто, потому что я обожаю, ребят, вот эту доставку подарков, потому что можешь абсолютно бесплатно получить подарок. И, кстати, я всегда беру самый нижний. Это всегда третий, самый нижний набор. Он всегда самый офигительный. То есть в нем всегда находится какой-то офигительный кейс, в котором можно получить, возможно, даже машину. Притом, кстати, с огромным шансом можно получить машину. Хорошо, поехали. Ой, я немножко объелся сегодня. А как это закрыть? Подожди. Ай-яй. А, вот, хорошо, назад. Подожди, я получил подарок или нет? Так, берем с тобой набор, заказываем и ровно через 6 дней. Ну, там не 6 дней, там, наверное... Через 6 дней, да? Через 6 дней, 4 часа я получу подарок. Кстати, да, если вы смотрите видосик примерно тогда, когда вышел этот видос, то обязательно зайдите, получите подарок. Потому что если вы подарок не получите, то вы его не получите, потому что там буквально акция 9 дней. Но это ладно, кстати, да. Сейчас, подожди, сейчас я соберусь. Сейчас, знаешь, мои шестеренки чуть-чуть заработают, потому что все-таки вечер, там у Альберта донат появился, у него немножко другие мысли там появляются. Нет, сейчас я тебе покажу. Короче, там, кроме всего этого... Поехали. Поехали, хорошо. Так, погнали. Смотри, у меня 10 тысяч донатов. Я хотел показать то, что тут появился какой-то странный кейс вот этот, да? С вот этим, конечно, офигительным типком. А кроме всего вот этого, появился какой-то кейс убойный. Там написано, что этот кейс якобы был, поэтому я, наверное, скорее всего, сегодня кейсы открывать не буду. Ну, потому что, ну зачем? Эти все кейсы абсолютно старые, то есть ничего там нового не произошло, поэтому я их, скорее всего, открывать не буду. Так, смотри, что мы с тобой сделаем? Мы с тобой... поищем уникальное предложение. Да, смотри, там вышло обновление, да. Я вот вообще, в принципе, весь этот видос об обновлении. А я вообще просто, о чем я разговариваю? О чем мы с тобой разговариваем? Какая логическая мысль? Да никакой логической мысли, просто с тобой сидим. Мы просто с тобой хорошо проводим время. То есть мы с тобой хорошо проводим время, только с тобой сидим, отдыхаем, чилим, развлекаемся. Тут должна была появиться новая машина. И да, мы ее видим. Мы ее видим новую машину, также вроде больше ничего интересного не вижу. Жуй пыль, рыжая. Хорошо, классные номера. Классные номера, спасибо за номера. Смотри,
Тут появился новый кейс. А, блин, новый кейс, ладно. За 7 тысяч доната появилась новая машина. Новая машина. Это Cadillac Escalade GMT 1XX. Хорошо. Багажник 200 кг, то есть скорость у него 283 км в час. И, видимо, скорее всего, это D-класс. Ну, а S-класс? S-класс! S-класс! Офигеть! Покупаем! Покупаем! Я не знаю, что я там еще, конечно, должен был получить, но мы с тобой приобрели машину. Я что-то не посмотрел, что мы там получили. Вроде как кейсы, да? Кейс огнестрельный. Вау! То есть мы получили кейс огнестрельный, и, по идее, у нас есть шанс выбить, выбить машину. Да, конечно, выбьешь ты машину, Альберт, из оружейного кейса. Конечно же, ты ее выбьешь. Буквально три кейса хватит, чтобы выбить какую-то оружку. Вот, ребят... Блин, вот нужна мне оружка это или нет? Давай. Давай еще два возьму. Данное приложение больше недоступно! То есть я не могу приобрести этот... Это так должно было? Это так, это постанова, да? Я типа не могу приобрести. Блин, ты представляешь, что-то мне там осталось буквально чуточку. Буквально чуточку до новой оружки, а я ее не получил. Ладно, все, не будем разочаровываться, не будем отчаиваться. А чем вообще у нас видос? Ну ты же понял, да, то, что если ты зашел на мой канал, если ты видишь вот эту дичь, которую я творю, то ты определенно один из нас. Поэтому давай с тобой два кейса вот эти бахнем. Что-то крутое мы с тобой выберем. Я прям надеюсь, что мы выберем Феррари. Вот этот XX, то есть у нас сегодня этот. Cadillac XX. И сейчас мы XX еще. Офигеть. Мы не выбили ничего хорошего. Ладно, давай второй. Я Subaru BRZ не очень сильно люблю. То есть, действительно, она мне очень сильно нравится, но у меня отвращения к ней нету. Я знаю, что есть огромное количество людей, которые обожают Subaru, и я ничего не имею против этого, поэтому... А вот тут это действительно классная, офигительная тачка. Все, хорошо. Двух тачек мне на сегодня достаточно. Трех. Трех тачек мне на сегодня достаточно. Поехали, поехали играть. И сегодня ты уже... Я надеюсь, он мне... Энди, запись идет вообще? Да, запись идет, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, запись идет, и я вижу машину с номерами СРУ. Это не моя. Это не моя машина, ребят, не обращайте внимания. Не обращайте внимания, машина не моя. Машина постановочная. Машина не моя, поэтому мы ее сейчас быстренько куда-нибудь вот так... Знаешь, мы бросим эту машину небрежно. Мы эту машину небрежно прям так бросаем. Типа вообще, это не наша... Не наша машина. А это не моя машина. Ё-моё. Жалко, жалко. Ладно. Ну, что поделать? Что поделать? Хорошо. Хорошо, прекрасно. А если что, машина не моя. Поэтому поехали. Смотри, у нас должен был появиться сегодня Cadillac. Cadillac. Я уверен, что все вы собрались для того, чтобы увидеть новый Cadillac 1XX. Он S-класса. Он выглядит... Слушай. А вот знаешь что? Вот посмотря на вот эту приборку, она тебе ничего не напоминает? Подожди. У меня такое, типа, знаешь, дежавю. У меня небольшое дежавю. У меня небольшое дежавю. Сейчас я тебе объясню, что происходит. Смотри. Есть такая машина, которая называется Резвани. В общем, что-то там. Сейчас тебе покажу. Ну, я не знаю. Найди, конечно, три отличия, но... Допустим, Резвани делает Cadillac. Ладно, не об этом сейчас. Не об этом сейчас. Он очень хорошо рулится. Первое, что я скажу, он хорошо рулится. А, давай все-таки удостоверимся, то, что он едет 283 км в час. Слушай, ну, S-класс, S-класс. 100% он, скорее всего, полноприводный, потому что огромная машина. Там какие-то кипиш какой-то у людей происходит. Он выглядит массивно, он выглядит очень круто. Кстати, мне номера за 10 миллионов, конечно... Мне надо было на номера ставить бабки. 260. 280. 283. Да, все правильно, все правильно. 283 км в час. По салону ничего не скажу. В принципе, салон довольно-таки неплохой. Машина действительно очень классно выглядит. И это прям Cadillac. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, но я скажу так. Он управляется намного лучше многих S-класс автомобилей. Так, давай быстренько сейчас с тобой проверим кое-что. Я просто быстренько так проверю кое-что. У меня просто кое-что, знаешь, такая, типа, идея такая засела. Harley Davidson, BRZ, Rolls-Royce. А мне даже продать, даже, прикинь, даже особо-то и нечего. Знаешь, машин вообще нету. То есть я хочу себе какие-то номера,
какие-нибудь понтовые купить, но я донат не оставил. Ладно, ну ладно. Это уже тогда, может, на следующую серию мы оставим это все, потому что ну, к следующей серии я уже подготовлюсь. Ты, то есть, ты там как бы... Да, еще кое-что. Еще кое-что хотел сказать. Блин, я просто... Знаешь, такой, какой-то, знаешь, какой-то напряг такой, знаешь, между нами с тобой сейчас пошел такой, знаешь, какой-то, знаешь, такая напряженка какая-то между с тобой. Вот, знаешь, мы с тобой так вот общаемся, и между нами какой-то, знаешь, разлад пошел. Какой-то разлад пошел. Что-то не то, видимо. Ну, ладно. Давай с тобой по-дружественно досмотрим видосик до конца, потому что сейчас я кое-что интересное определенно что-то сделаю. Что-то сделаю. Я не знаю, чем я тебя сейчас удивлю, но чем-то я с тобой удивлю. В итоге мы все равно хорошо проводим время. То есть, неважно что, неважно как, но мы с тобой офигительно проводим время. То есть мы вот так сбиваем суетолога. Ему вообще по барабану, он там живет своей жизнью. Видите, пчеловод меня пытается догнать. Он меня, да? Он за мной, да? Он за мной. Я вообще, я ничего не нарушаю. Я ничего... Алло? Вот кто-то на своей машине, можно тебе проверить? А это, думаешь, моя? Ну, а чья? Ну, давай, ладно. Так уж и быть, это уже точно моя. Ну, да, ну и видно, тачка-то солидная. Да как сказать? Солидная. Во, так, давай. Так, человек представился. Мне показал то, что его зовут Витя Пчела. Витя Пчела, нифига. Кстати, мы багажник не посмотрели. Заодно багажничек посмотрели. Также давай быстренько посмотрим под капотом. Под капотом тоже все замечательно, все прекрасно. Какая тачка? Все замечательно. Ну, пока не знаю. Пока не знаю, ток сел. Сколько у него максималка булка? 700 чем-то ляма? Сколько? У него максималка 720 миллионов. Да ладно. А тех открой, посмотри. Техпаспорт сейчас, подожди. Да, тех. Ну, а, кстати, она из класса, вот насчет этого не знаю. А, 72 миллиона, реально. 72 миллиона, это жесть. Но она S-класса. Почему машина так стоит? Она на штоке. Ну да, это абсолютно стоковая. Не, ну машина классная, зачет, мне она нравится, прям вообще пушка. Сейчас попробую чуть-чуть потюнить. Ну да. Сейчас попробую потюнить, посмотрю, как будет. Пока ну, такси. Блин, 72 миллиона, ты прикинь, она 72 миллиона стоит максималка. Ай, о чем у нас видос? Ладно, просто сидим, развлекаемся. Нет, у нас, кстати, у нас постоянно есть какая-то цель. То есть постоянно мы что-то с тобой делаем. То есть, я не знаю, у меня почему-то такое ощущение. О, кстати, белый Кадиллак. Блин, слушай, а круто смотрится. Цвет фар, цвет кузова. Блин, может, белый сделать? Слушай, ну неплохо так смотрится, может, белый забацать. Кстати, такое ощущение у меня было, что как будто было два цвета. Вроде как было два цвета у машины, когда я куда-то заходил вот сюда, типа, когда мы покупали ее в донате, вроде как было два цвета. А здесь, по факту, получается, двух цветов вообще, в принципе, нету. Смотри, у нас вроде как скидка есть, и можно было попробовать какие-нибудь ашки, то есть, может быть, ашки какие-то семерки, но они, опять же, скорее всего, они все нормально заняты, и поэтому я даже не знаю, что можно поставить на Кадиллак. На Кадиллак АКАЛ номера. А, подожди. Да, хорошо, кад. Кадиллак. Что можно придумать? Такое, знаешь, что-то интересное Кадиллаку. Да ничего нельзя придумать Кадиллаку. Давай. А3, 3, 3, АА. Просто давай вот такие номера возьмем. И пускай вот будет, что будет. Просто вот такие номера мы с тобой возьмем. 7500, мне даже не хватает денег. Мне не хватает денег. Ну ладно, давай посмотрим, что мы еще можем сделать. Смотри, диски хорошие, машины хорошие, классно, офигительно. По тюнингу, кстати, не сказать, что у меня прям много действительно хороших, офигительных запчастей, поэтому давай, наверное, скорее всего, потратим бабки на запчасти. Просто попробуем вот открыть, сколько у нас там есть. На три кейса давай откроем. Подвеска, движок пятый, турбины пятые. Знаешь, я мог бы, конечно, такие детали потратить на что-то более целесообразное. Блин, на что-то более целесообразное можно было потратить. Ну, знаешь, вот как будто можно, знаешь, на что-то интересное потратить. Как будто, вот, знаешь, пятую детальку куда-то не хватает. Пятая турбина, пятый движок. Вот куда может не хватать пятой движка, пятой турбины? Может, мне еще на какой-нибудь кейс хватит? Может, мне еще на какой-нибудь кейс хватит? 70 миллионов мне тоже точно на номера не хватает. Так, или давай вот эту собирать. Давай эту, наверное, соберем. Сколько там кейс стоил? А, мне хватает еще на один. Трансмиссия. Блин, давай ее соберем. Почему нет? Ты же сидишь на этом видосе. Ты же пришел на этот видос. Ты хочешь увидеть Кадиллак во всей красе.
Но во всей красе ты, конечно, не увидишь его. Прям в максимальной красоте. Но, грубо говоря, вот так ты его увидишь. Так, 283 он ехал километров в час. Номера. Беда бедовая просто с номерами. У нас вообще беда невозможная. Так, ваша корзина не пуста. Не могу я пока приобрести номера. Пока будем ездить с номерами. Хек. Хек. Хорошо, хоть не хес. А, и давай проверим. Слушай, ну... Я не на X, кстати, тюню. Тюню не на X, поэтому максималочка будет у нее не совсем прямо адекватная. Ну, слушай, ну она не переворачивается. Я не знаю, почему подписчики всегда хотят, чтобы я проверял, типа, как машина ездит по бордюрам. По бордюрам ездит нормально, в принципе, ничего такого своеобразного. Ну, как ездит. То есть, она, да, на больших скоростях, она, знаешь, на больших скоростях она как будто чуточку ее подкидывает, ну, в принципе, это нормально. Так, 283 она ехала, кстати, разгон вообще, в принципе, лютейший. Я не проверил, какой привод. Ну, слушай, ну, после 300, конечно, душноватенько немножко. Ну, может, еще потом пятые детальки какие-нибудь подкину. Это же S-класс. 400. Не тормозит вообще. Тормозов вообще нету. Так, полный привод у машины. Так, давай еще разочек проверим. Ну, слушай, поворачивать как поворачивать. То есть машина действительно хорошая. Поворачивать как поворачивать. Да, забыл самое главное сказать. У меня прямо из головы вообще бывает иногда, знаешь, мысли какие-то вообще улетают куда-то в космос. А у этой машины... У этой машины, что я хотел сказать, у нее 6 мест. Это действительно, это я вот единственное, что забыл сказать. У нее абсолютно так же 6 мест, как и у этого человека. У нее также 6 мест в голове. Блин, просто спасибо огромное. Просто я так и не проверил максималку. 406 получается, да? Или что там я там заметил. У этой машины 6 мест. И, кстати, у Ризвани тоже 6 мест. То есть получается, это абсолютно прямо та же машина, что и Ризвани. Потому что Ризвани... Нет, Ризвани D-класса. Ризвани D-класса. Ризвани D-класса это S-класса. Это действительно круто, потому что это S-класс. Та D-класс. И это 70 миллионов стоит. Спасибо. Спасибо. Просто, я не знаю, от чего они там переграждают путь. Я не знаю, может там какой-то МП идет или еще что-то. Я не знаю, или там люди просто пытаются полицейских вызвать или чего. Я не понимаю, что у них там происходит в голове. Чего происходит у них в голове? 410 км в час. Слушай, совсем неплохо. Единственное, что... Вот я нажимаю на тормоз. Я нажимал на тормоз и на ручник, он вообще не тормозит. Да, вот это огромный минус. Может быть, надо попробовать поставить тормоза на X, но сейчас он, смотри, как тормозит. У него вообще тормоз отстойный, то есть отстойный тормоз, он вообще не тормозит. Не то, что там, знаешь, типа юзом там тормозит, то есть со свистом, нет, она вообще не тормозит. То есть вот я разогнался 200 и смотри. Я не знаю, какой прикол вот этих тормозов, типа... Я не знаю, это не плавные тормоза, это китайские тормоза. Это просто какие-то говёные китайские тормоза. Это не плавные тормоза. Это не плавные тормоза, это говёные китайские тормоза, которые нафиг никому не сдались. Я пошел на таран. Извиняюсь, мне машину тестирую. Извините, я тестирую машину, все нормально. Я не знаю, что там происходит. Ладно, сегодня мы с тобой посмотрели новую машину. Мы потратили 7 тысяч донатов. Мы потратили 7 миллионов рублей. Мы потратили 7 тысяч... Не, потратили 10 тысяч донатов. Потратили... Купили крутую тачку. Да, единственное, что номера, конечно, не купили. Я обычно всегда во всех сериях покупаю номера. Но по какой-то причине у меня, ну, как ты понял, денег нет. Но вы держитесь. К следующей серии что-нибудь продам. Что-нибудь распределю. И, в принципе, тогда уже приобретем какие-нибудь хорошие номерки сюда. Ну, потому что донат, блин, надо было донат немножко оставить. Что-то я не подумал. Я бы лучше, знаешь, я бы лучше номера купил бы, чем машину. Потому что, ну, машины мне те не очень сильно нужны. А вот номера я бы какие-нибудь, даже рыжие просто номера, впердолить нормально было бы. Еще оранжевую машину было бы классно. Все, спасибо тебе огромное за просмотр. Был классный офигительный видосик. Сегодня классно провели офигительное с тобой время. Поэтому лайкосик поставь, если тебе тоже понравилось. Если не сложно, для меня это приятно. Просто я буду считать лайки. И до следующего видео. Пока. Заходите, играйте вместе со мной по ссылке в описании, вон там внизу.